Всем привет, дорогие друзья! Хочу вам показать вот великую труженицу. Конец сентября. Посмотрите, как еще довольно красиво смотрится. Это пеларгония плющелистная или герань плющелистная, ампельная еще называют ее. Посмотрите, насколько она красива. Цветет вовсю, весь сезон. Одна подкормка была за сезон. Ну, я считаю, это просто лучшее растение для контейнерного украшения своих участков. У меня на участке несколько сортов. Сейчас покажу еще вам, которые цветут здорово. Вот, посмотрите, еще какое замечательное растение. Тоже пеларгония плющелистная, другой сорт. Как будто бабочки белые с красным. Украшает мое крыльцо. Вот я сейчас стою внизу, смотрю, как это здорово смотрится. Конец сентября, октябрь на носу, друзья. Весь сезон. Замечательно его можно хранить зимой. Я его обрезаю, заношу домой, обрабатываю. И прям прекрасно оно у меня зимует до следующего года. Потом выношу весной, подкормлю и все, погнали дальше цвести. Красота, красота.